Вы все еще ищете свою любовь в интернете? Граждане, это прошлый век. Во-первых, на это абсолютно нет времени, а во-вторых, можно попасть на кого угодно. Спид-дейтинг – это далеко не новый, но очень интересный формат знакомства между собой и способ найти новых интересных для себя людей. Одесса Fashion Channel вам все подробно расскажет. Спид-дейтинг – это возможность за один вечер побывать на нескольких свиданиях. Не понравился один собеседник – через 7 минут будет новый. Весело, информативно, и шанс встретить вторую половинку растет буквально на глазах. Ученые выяснили, что если мужчина на первом свидании неотрывно смотрит на свою спутницу 8 секунд, он влюбился. Женщине на это нужно 45 секунд. Дамы, господа, добро пожаловать. Проходите, у нас все мероприятие и весь спид-дейтинг будет происходить именно здесь. Да, тут аватаркой кошечки и фотошопом не отделаешься. Женщинам заново приходится постигать искусство соблазнения, а мужчинам вспоминать, что такое быть джентльменом не только с хорошо знакомыми дамами. Contigo, mi amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo, mi amor. Я очень счастлива, что в Одессе наконец-то открылся такой формат. Я сегодня пришла поддержать своих очень близких людей с открытием этого формата, потому что я считаю, в Одессе давно не хватало такого формата, чтобы люди приходили, общались. Может быть, не только близкие знакомства, дружеские, это и может кому-то поможет в бизнесе. То есть это прекрасная тема, мировая, и наконец-то она пришла к нам в Одессу. Очень интересное мероприятие, я думаю, организация тоже очень хорошая. Интересно то, что в наше время не хватает живого общения. И я вам скажу, что хотелось бы, чтобы это развивалось в нашем городе. 9 лет прожила в Нью-Йорке. Там очень часто проводят такие мероприятия. Очень много людей активно участвуют в этом. Я думаю, это интересно для нашего города. Побольше бы таких мероприятий. Моя подруга является организатором такого мероприятия. Отличное мероприятие, суперсовременный формат. Редкость, то, чего нет, уникально. Думаю, что с удовольствием многие бы поучаствовали. Я за двумя руками, думаю, перспективное дело. Тем более в западных странах такое проводилось достаточно успешно. Думаю, в Украине, в Одессе это мероприятие однозначно ждет большой успех. Давайте все перестанем сидеть в социальных сетях, а встречаться воочию, смотреть друг на друга, влюбляться, знакомиться. Всех ждем. Формат спид-дейтинг очень хорошо, что появился в нашем одесском регионе, в городе Одессе. Это, я считаю, один из самых лучших форматов для того, чтобы люди наконец-то вышли из социальных сетей и начали знакомиться лично за чашкой кофе. Как по мне, это более правильно и честно по отношению друг к другу. Вот это вот наиболее оптимальный, будем так говорить, формат общения для того, чтобы познакомиться. Потому что все-таки вирти – это вирт. И ты общаешься с человеком, потом ты там созваниваешься, слышишь голос, он уже или приятен, или неприятен. И там, если ты уже ходишь в реал, то уже выходишь в реал, там, как бы, если человек не понравился, то уже неудобно просто уйти. А вообще говорят, что первые 7 минут – это является основополагающими для того, чтобы сформировать образ человека. Все остальное уже наносное. Этот проект я привезла с солнечного города Лос-Анджелес, Калифорнии. И надеюсь, он будет в дальнейшем только разрастаться и процветать. Наши клиенты будут приходить, знакомиться, находить свою любовь. Некоторые правила, может быть, где-то видели в фильмах, где-то видели в каких-то передачах, в юмористических, в серьезных фильмах. Правило, молодые люди и девушки. Девушки сидят на месте, молодые люди приходят с ними знакомиться, общаются. По истечению 7 минут молодой человек пересаживается к другой девушке, там же тоже общается, знакомится, ничего никого не облегая. Можно понять то, чего хочет
в этой жизни? Подходит ли этот человек для дальнейшего общения? Можно ли его пригласить на первое свидание? Прежде чем жаловаться на неудачу, все-таки нужно купить лотерейный билет. Вашим лотерейным билетом на пути к счастью вполне могут стать спид-дейтинг в Одессе. Общайтесь, знакомьтесь, будьте счастливы и до встречи на Odessa Fashion Channel.